Спасибо, Иосиф Данилович, за чудное напоминание для меня, для всех нас. Эти божественные слова. Иисус, останься с нами. Друзья, я не хочу это богослужение заканчивать какой-то ностальгической или грустной ноте, но, смотря на реальную жизнь, не знаю, как у вас здесь в Вашингтоне, в Орегоне, в нас в церкви пастор постоянно напоминает, наш старший пастор, сеньор, знай же, что последние времена, дни будут что? Тяжкие. Несколько моментов. Я не знаю, может, вы знаете, или мы еще раз встретимся. Мы живем в Калифорнии, вы в Орегоне. Мне сейчас с работы позвонили и сказали, с октября месяца вводится vaccination passport. What does it mean? Что это значит? Маска не помогает, рот закрыть хотели. Vaccination passport. 15 мая я и моя жена были в числе большой группы одной правозащитной организации, которая собиралась ехать в Израиль. Пастор говорит, Петр, Израиль закрыт на замок. Вся страна тотально вакцинация. Vaccination passport. Сегодня никто из вас не может поехать ни в Германию, ни в Европу. В Россию можете. Недавно на YouTube начали выдавливать нашу церковь. Когда кликаете на богослужение, content is not available. Начинается что? Censoring. YouTube проверяет, что мы говорим и что мы проповедуем. И наша церковь попала в то число. Мы говорим правду. Сегодня Даниил сказал, Иисус, останься с нами. Шаги его слышны. Я хотел бы быть у вас на Palm Sunday, простите, вербное воскресенье. Песах приближается, Пасха. Я надеюсь, вы правда планируете, Михайлович, праздновать и первое воскресенье, и Пасху. Не знаю. Дай Бог. Дай Бог. Может быть, сегодня последнее богослужение. И Господь придет завтра, послезавтра. Пастор украинской церкви в Санта-Барбаре говорит так. Если Господу будет угодно, в следующее воскресенье мы соберемся. Иосиф Данилович, если у вас есть пару слов, продолжите вашу мысль, и после этого я могу спеть на радостной ноте. Потому что что? Унылый дух? Нет, развивает артрит на ногах и руках. Это новый перевод. А веселое сердце что? Благотворно, как таблетки, как врачевство. Так написано у меня в Библии. У вас так написано? У меня так написано. Поэтому, друзья, унылый дух сушит кости. И я хочу в честь наступающих праздников вербного воскресения и наступающей Пасхи поздравить вас одной песней. Она выбрана. Эвеню шалом алехем. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Ам Исраэль, ам Исраэль, ам Исраэль хай. Ам Исраэль, ам Исраэль, ам Исраэль хай. Ам Исраэль, ам Исраэль, ам Исраэль хай.
Амисраил, 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 хай. О, Давину, хай, о, Давину, хай. О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай. О, Давину, хай, о, Давину, хай. О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай. Эвеню шалом алехем, Эвеню шалом алехем, Эвеню шалом алехем, Эвеню шалом, шалом, шалом алехем, Эвеню шалом. Мы вам желаем любовь, мира во Христе. Аминь. Говори коротко, чтобы еще раз пригласили.